Президент Владимир Путин назвал работу Агентства стратегических инициатив полезной для экономики России. Агентство занимается подготовкой кадров и улучшением условий для бизнеса. 3,5 года работы ОСЕИ были успешными. Организация на практике доказала свою эффективность. Совершенно очевидно, что ваша работа приносит пользу экономике, а значит, в конечном итоге гражданам. Организация, которую мы с вами создали, оказалась не мертворожденным ребенком, а живым, активным и растущим, развивающимся. Есть результат. Он касается и оценки, а значит, и подготовки в конечном итоге нужных экономике кадров. Вы занимаетесь социальными проектами. В этой связи хотел бы поблагодарить тех, кто создавал фонд для людей, которые особенно нуждаются в помощи и поддержке. Приятно отметить, что вы хорошо выстроили свое взаимодействие и с правительственными структурами, и с бизнес-сообществом. Знаю, что у вас есть предложения определенные о том, что и как нужно сделать в ближайшей перспективе. Сейчас в регионах активно занимаются совместно с региональными командами улучшением инвест-климата. Очень важная вот эта региональная составляющая. Да. Сейчас нам, конечно, нужно вот туда забираться и оценивать качество работы региональных управленческих команд. За счет регионального законодательства можно сильно двинуться вперед. Мы посмотрели данные, увидели, что ряд регионов у нас к лучшим мировым стандартам приближается по ряду там позиций ведения бизнеса. Мы эти практики детальнейшим образом описали, свели все это в единый документ. Важно не только убирать административные барьеры для бизнеса, но и создавать стимулы.